Жители этих домов всегда думали, что их сосед гаишник какой-то странный. Но никто и не мог догадаться, что гаишник-то не настоящий. Ха-ха-ха, дорогие друзья! Всем здорово, с вами Лёха Такс, и мы сегодня в КРМП займемся очень странной вещью, какой бы вы никогда не догадались. Мы оборотень в погонах, самый настоящий. Вы думали, что полицейский? Нет. Я не полицейский, я по-прежнему нахожусь в своей семье, у меня по-прежнему есть банда, и для этого я даже открою вам F-меню и покажу, что информация, собственно говоря, Лёха Гэнг, я вижу, кап, ты слева. Короче, мы сейчас будем угорать над игроками и посмотреть, насколько доверчивы они или нет. Раскусят ли они мой пранк, короче говоря. А до того момента, пока они его не раскусят, мы будем проводить с ними обычную милицейскую беседу. Ну что, погнали. Вот, собственно говоря, выезжаем. Нужно найти кто-то, кто бы нарушил, кто бы захотел нарушить. Есть один, опа, сразу смотрите. Включаю мигалки, даже штрафы получаю, чтобы вы понимали, я реально фейковый полицейский. Так, у меня есть один бинт, ё-моё, что такое? Артёмка умер. Так, ну слушайте, одного преступника мы обезвредили. Хотя, вот, оборотень работает на благо общества, вы думали как? А вы думали как? Ну... Я же не просто за бабки сюда пришел или убивать кого-то, вы что думали? Я просто мент, который на самом деле не мент. Я могу пойти на ментов сейчас и материть их. Это я сделаю попозже, кстати. Хорошая идея мне так пришла в голову. Нужен человек, который нарушит прямо сейчас, и мы до него докопаемся. Мы же немного не настоящий полицейский, но все равно. Кто знает. Так, у нас есть слева один кандидат. Они меня за своего примут, смотри. На красный едут, смотри, я тоже могу. Я тоже с ними, за своих. Втыкнут ли они, что я оборотень, или чё? Узнают менты своих или нет? Ванька прессует. Ванёк, типа, иди. Чё-то они какие-то странные. Ванёк сел. Рвём от этих. Чё-то они подозревают. Ванёк. Всё не так просто. Я на работе. Хоть я и такси, я на работе. Я играю за полицейского, если ты знаешь. Вот, ты нарушал. Как бы мне не хотелось. Но мне нужно тебя оштрафовать. Ванёк не подозревает, как я его буду штрафовать. Не, братан. Либо в тюрьму, либо как. Думай, если у тебя есть деньги, можешь дать. Я, типа... Не стану тебя садить. Типа, ну а так, я уже на РПшку еду отыгрывать, что я тебя сажаю. Поверит он или нет? Я ничего не сделал. Как ничего, ты бегал по проезжей части, там нельзя бегать. У тебя документов нет, ты мне даже не показал. Я тебе говорю, документы покажи. Ты мне не показал. Я ему не говорил, что показать документы. Ну я-то чё? Вот, я приехал на красный, чтобы он понимал, что я мент. Включу даже сигнал. Ну так что решаем с тобой? В тюрьму или куда? Нет, к сожалению, я русский полицейский. Так, уступите дорогу. Я в тюрьму везу тебя. Так, короче, прямо сейчас... У меня есть телефон? Блин, телефона нет. Прямо сейчас, ребята, я, короче, придумал на ходу еще одну тему. Siri нам скажет одну вещь. Если Siri говорит один, то я отпускаю его и просто отпускаю в поле, все. А если два, то я его убиваю. Игра называется «Хороший, плохой полицейский». Коборот не в погонах, две игры сразу. Siri, назови число от 1 до 2. Это один. Это один. Мы его отпускаем, ребята. Хороший полицейский. Блин, одного преступника поймал, слушайте. Ничего не получаю, да? Надо, чтобы мне платили. 347. Ну, нужно его напугать. Подожди, просто так не отпускать. Руки вверх. Руки. Я полицейский, чтобы он понимал. Фейковый. Полицейский, он не подозревает. Давайте. Кто здесь? Кто? Никто даже не догадывается, что здесь происходит. Мент прессует кого-то. Кто будет лезти? Никто не будет лезти. Все, вы свободны. Siri его пощадила. Хороший, плохой полицейский сыграл в хорошего. Все, теперь добирайся как хочешь, но... Такие правила. Я не настоящий полицейский, я тебе ничем не обязан, я вообще бандит. Ха. Так, а что если я смогу проехать на военку? А ведь смогу я ж, типа, по логике вещей пропустить, типа, меня и все. Надеюсь, они не начнут по мне огонь, но... Нагадываться они тоже сразу ни о чем не должны. КПП должно открыть мне въезд. Давай, открывай. Менты, какая тебе разница? Там же школьника наняли, смотрите, открывает!
Ломаный рот! Ой, извините, я смотикнулся тут. Он открыл просто мне спокойно. Так, они начнут огонь, наверное. Нет, я как свой! Я вообще маты могу воровать, по идее, да, так? Никто не стреляет! Никто! Охренеть! Вы понимаете, всем похрен! Я реально что могу... Я не буду сейчас рисковать маты брать, а иначе все просру и одежду, и мента. Типа, у меня... Поэтому как бы... Меня раскусят, вы понимаете? Один что-то заподозрил. Но он ствол не рискует достать. Это тоже что-то заподозрил. Что-то они прыгают. Ну все. Они не рано или поздно спарят, но у меня минута, по крайней мере, была на то, чтобы реально потырить маты. Вот это прикольно, мне нравится такая штука. Откройте ворота. Открывает, блин, ну как это? Как, подожди, Миша что-то не понимает, что происходит. Он либо ник палит, либо что. О-ха-ха. Видимо, гаишникам туда можно. Ну, прикинемся, что мы воинам, какая разница. Прикольно, поехали в город, покошмарим кого-нибудь тоже. Слушай, а мне нравится эта работа. Как бы никуда не устроен, нарушил, ничего страшного. Прям все привилегии власти. Прикольно, прикольно. Чувствуешь себя админом, как будто бы. Не то чтобы, ну как это прикольно. Так. Нет, надо какого-то на автомобиле, чтобы его прям остановить. Шестерку, чтоб точно не уехала. Так, припаркованная криво какая-нибудь. Так, что проехала? Десятка. Что творит? Так, на зеленый. Нет. Ладно, он ничего не нарушил. Таксиста мы точно трогать не будем. Это вообще неблагородное дело. Опа, опа, гонщик какой-то. Гонщик выехал. Так, так, так. Какая у него машина? Давай, чё? Ой, все, еще бомжа сбил. Все, стоп. У меня бинт есть. Удирать решил. Я так и знал. Уедет, уедет. А я отвечаю, уедет. Ваши документы. Покажет, покажет, вообще покажет запросто, смотрите. Отвечаю. Давай. Ну. Нервничает, наверное. Все, менты хлопнули. Багажник надо ему, чтобы он мне показал. Возраст 18, мужской, женат. Проживание, подъезд, работа, инкассатор, выговоры. Ничего себе, он чистый. Капец. Зачем нарушаете? Штраф как платить будете? На месте или со мной поедете? Превышение плюс наезд на скутериста. Вот так вот, я все видел. Вон он. Раненый. Он понял тоже. Да, ну идите сюда, идите сюда, идите сюда. Сюда пройдите, вот вас сбили. Вы свидетель. Товарищ на скутере, идите сюда. Товарищ на скутере. Товарищ. Руслан, идите сюда. Вот вы Руслана сбили. Вот он. Видите? Пострадавший. Вот. Поэтому штраф с вас 1000 рублей. 1000 рублей. Вы на месте платите или со мной в машину присаживаетесь, и мы двигаемся? Как вы думаете? Я могу спокойно. И подумай, ты парень молодой, 18, тебе никаких нарушений, зачем тебе это? У тебя нет доказательств, и давай, поехали тогда, выходи из машины. Сейчас плохо, это... Да, видеозапись, еще бы нету, ты чё, все видели? Сколько тысяч зрителей сейчас видела, ты чё, прикалываешься, лазь давай. На НРП оружие, о, какое-то палево он устроил, а, догадывается о чем-то, да? Водитель, я последний раз предупреждаю. Мне, а, он думает, что меня уволят, идиот, никто меня не уволит, как я со своей банды же уволюсь? Это кто? Сука.
Садитесь ко мне. Или я сам помогу. Проедем до участка, и все. Ваша машина в угоне. Нужно проверить. Тут рядом участок. Да, Ваша, что ты прикалываешься? Садись быстро, сейчас застрелю. Я вообще в хорошего сейчас сыграю полицейского. Все. Я что тут тоже с тобой вату катаю? В тачку быстро, живо. В машину присядьте, пожалуйста. Я долго предупреждать не буду. В машину, живо. В машину, твою мать, еще с ошибкой. Да что вы бредите, офицер? Ты что, гонишь ты или сядешь, или что? Твоя машина. Садись в машину. До участка тут два квартала проехать. Вон какая-то банда, другой банды что-то отобрала. Вот так вот числится в угоне, я ничего не могу с этим сделать. Садись в машину или наряд вызываю сюда. Или я в розыск объявляю вас. Ну чё, чувак, попался же ты. Вызывайте наряд, знаете, здесь в плохого полицейского только сыграть можно. Я оборотень в погонях, чтоб вы знали, я не мент, который плохой. В машину. Давай сядь быстро. Или по ногам настреляю. Садись. Чё ты тут открываешь? Уехал? Или тоже застрелю? Я бандит, вы чё меня палите? Я фраер, вообще знаете, чем делом-то пальцем? Погнал отсюда. Ты не понимаешь, походу, да? Ну, теперь понятно? Алекс. Аксель. Алекс, твою мать. Ты там жалобу катаешь или чё? Я не понимаю, ты чё там делаешь? Ты думаешь, что я полицейский? Все еще? Уверен? Не, пацаны. Бомж какой-то идет. Берем пока ствол, чтобы не было свидетелей. Что-то ему нравится тачка, да, видимо? Что вам надо от меня? Сядьте в машину. 3 2 Ну... Подкинь, говорит Али. Подкинуть его надо. Вон, сейчас он подкинут. Геннадий Петрович тебя подкинет, братишка, я уверен. Если нет, догоню. Давай, с этим мы разбираемся. Или чё? Ну ладно, Геннадий Петрович пускай едет. Геннадий Петрович своим позвонит, у меня... Всё, моя... Ну чё ты прячешься-то? В машину сядь. В машину... В машину, чувак, я долго вообще вот замаялся тебя предупреждать. Вот это, короче, пацаны, ну тут вообще капец. Это капец. У меня 3 звезды, они... Погнали! Погнали, они сейчас ствол достанут. Вы чё, охренели, Тушеры хреновы, слышь, Вы дебилы, я не мент, блядь! Так, у меня такие не нужны оппоненты тут. Вы чё, прикалываетесь? Давай. Давай. Чё, ты прикалываешься, что ли, поц? Ты реально стрелять там собрался? А этот-то, ты чё, придурок? Вы чё? Вы еще меня сбили, Ой, бля! Дети! Ой! Не, ну понятно. Понятно все. Мокруха чистая, блин. Хотел по-человечески заработать. Где этот лысый? Ага, крендель вышел, короче, за другом.
Они сюда за мотоциклом за своим поганым приедут, я знаю их. Так, какие-то бандиты странные вон были. Так, меня там кто-то спрашивает, вы что, дурак? Ага, дурак. Ну, пацаны, ну вы чё? Какая разница, дурак, не дурак. Так, вот эти бандиты, я за ними ехал. Так. Ну ты чё делаешь? Уйдите с дороги. С дороги ушел? Извините, извините. Давай, ушел с дороги. Извините, говорит. Кто я вообще? Бандос вообще обычный. Иди нах. Так, ну у меня тут бинт. Вот так вот. Ага, заглох. Охрененный бинт. Ты что достался? Это свидетель вонючий, я его так и не тронул. Я же его не убивал. Он на скутере там, ни хрена его разгоняет. Прижимайся быстро. Так, водитель. Вашего пассажира нужно проверить. Ну, привет. Даниэль. Добрый вечер, они только втыкают. Здорово, говорит. Ты думал, уйдешь от меня? Ну, это типа бандитская разборка. Даниэль, бандит. Опа, опа, опа. Не узнал? Он, все, он понял, он понял. Садись в машину. Кто ты? Узнаешь? Сейчас скажу. Давай, 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 давай. Бандиты, да, бандитская разборка. И ты тоже? И ты тоже сел? Сейчас Сири скажет, что с ними делать. Так. Сири, назови число от 1 до 2. Сири, назови число от 1 до 2. Это 2. Чуваки, их придется убить. Чуваки, их придется кокнуть. Под поезд их! Сука, хотел как в Форсаже. О, как это неожиданно было, да, прикольно. Пристегнулись, да, сразу. Рем. Так, ну что в этом поле, никто не догадается, что происходит. Все едут по дороге, никто. Выходите. Помните ту посылку из Колумбии? Вы забрали ее у БК. Так вот, тот бандит, еще и гостник. Привет, вы чё, не узнали? Ну, типа, они сперли у меня, а я, типа, ну, знаем. Так, так, подожди. Кто из вас самый сильный из двоих? Сейчас кто-то из них скажет, я его застрелю нахер, смотрите. Прикольно. Сейчас кто-то скажет. А со слабым я разберусь. Какой ужас я утворяю. О, я. Понятно. Теперь ты самый слабый здесь. На паузе он. В паузу я его выгнал, да, понятно. Ну а ты-то как? Ну, кстати, тот покрепче, да, реально выглядит, чем этот. Смотрите, он реально самый сильный. Это какой-то вообще неважный. Что, они какие-то вообще не бандиты? Что-то как-то у них с бандой-то все плохо. Так, ну посмотрим. Если он даст, это вообще шок-контент будет. Сможет или нет, чувак, купить свою жизнь? Но я знаю, он бандит, у него должны быть грязные деньги. Много грязных денег, давай. Давай все. Ё-моё, я не могу. Нет, я ему отдам их обратно, но сам факт того, что у меня, типа, надо... Ну, чтоб РПшка сыграла, понимаете? Я не буду забирать у него реальные деньги, но чтоб РПшка сыграла. Он должен перевести их деньги эти. Три, если он перейдет сюда копейки, это просто трэш. Трэш. Трэш просто. Так, теперь держи деньги. И сходи до заправки рядом. Так, и сейчас возвращаем ему деньги. Типа, вот, на канистру. Иди прямо. Вон она. Пускай он идет за канистрой, если он реально ее купит. Все, разобрались. Красиво. Красиво, ребята. Вот такая РПшка, вот такая ситуация. Леха отыграл. Все верят. Я думаю, вам интересно увидеть продолжение, поэтому я прямо сейчас его сделаю для вас, а вы его уже потом посмотрите. Но для того, чтобы я его выпустил максимально раньше, прожимайте лайк, и оно выйдет хоть завтра, хоть через 2 часа, я увижу, что вы прожимаете. Я выпущу. Погнали. Пока.